аудио, вам нужно нажать кнопку аудио и выбрать опцию «Позвонить, используя компьютер или вашу гарнитуру». Вот. Ну а мы приступим, и добро пожаловать на наш первый вебинар из серии «Секреты визуальной аналитики» под названием «Основные принципы визуализации данных». Меня зовут Софья Братусь, и я консультант продуктов Tableau. И в течение данной сессии, если у вас возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, пишите их в окошко Q&A, где мои коллеги Елена и Юлия помогут вам ответить. И в конце у нас будет немножечко времени для того, чтобы я уже более развернуто ответила на какие-то самые часто задаваемые вопросы. Вот, ну а давайте приступим к вебинару. И прежде чем мы приступаем к анализу данных, очень важно понимать, кто наша аудитория. Вот какое у них имеется понимание данных и какие визуализации они понимают. И опять же, очень важно учитывать, на какие вопросы они хотят получить ответы в течение своего анализа. И в чем заключается смысл каждой визуализации, которую вы строите? Мы сейчас перейдем к следующим слайдам, и я бы хотела, чтобы вы постарались задуматься, как то, что мы обсудим, относится к визуализации данных. И каждый раз, когда вы создаете визуализации и делитесь ими с конечным пользователем, вы это делаете для того, чтобы наибольшее количество людей смогло наиболее легким образом понять и, опять же, для вот этого понимания, чтобы им потребовалось намного меньше усилий. Вот это должна быть ваша цель тогда, когда мы строим какие-либо визуализации в Tableau. И основываясь на этом принципе, мы сейчас поговорим о нашей когнитивной системе. И мы это сделаем для того, чтобы понять все-таки, как наши органы чувств влияют на наше восприятие данных. И затем мы также рассмотрим, как эти определенные аспекты и также их комбинации позволяют нам построить визуализации. И в конце этого вебинара мы обсудим, какие именно визуализации являются наиболее подходящими, ну и также обсудим, почему это вообще может быть. Наша когнитивная система – это потрясающий инструмент, подаренный нам миллионами лет эволюции. Наш разум позволяет нам не только видеть и воспринимать вещи, происходящие вокруг нас, но также может добавить некоторые сложности. Например, считается, что наш мозг работает с такой интенсивностью, что иногда это не дает нам сфокусировать внимание на самых важных вещах. И, к сожалению, мы не можем это контролировать, но мы можем использовать эти принципы визуализации данных, чтобы задействовать наиболее выигрышные аспекты нашей когнитивной системы. На следующем слайде я вам покажу фотографию, и как бы это странно ни звучало, постарайтесь на ней заметить зубную щетку. Вы видите здесь зубную щетку? Вот я уверена, что большинство из вас заметило зубную щетку, но сколько людей из вас заметили, что на картинке на самом деле две зубные щетки? И это пример того, как наш мозг берет во внимание контекстуальную информацию и игнорирует те вещи, которые могут быть достаточно очевидны на первый взгляд. И это происходит потому, что мы видим привычные для себя ситуации и не обращаем внимания на так называемый шум на заднем плане. И давайте пойдем дальше и рассмотрим пример, который наиболее прямо относится уже непосредственно к визуализации данных. Я сейчас вам покажу еще одну картинку и хочу, чтобы вы обратили внимание на то, каких квадратов больше. Вот, и я уверена, что большинство из вас ответили, что все-таки голубых квадратов намного больше. Это ответ, который обычно дают все люди, которым показывают эту картинку. Давайте посмотрим на эту картинку уже немножечко под другим углом. Сейчас все равно кажется, что синих квадратов больше, но если мы перейдем на следующий слайд, оказывается, что количество квадратов абсолютно одинаково среди каждого цвета. И в этой ситуации происходит то, что наш мозг пытается найти взаимосвязь в окружающей среде. Это часть теории под названием теория гештальта. В такой ситуации задействована теория близости, так как когда мы видим объекты, расположенные рядом в определенной последовательности, то есть как вот мы только что видели вот эти голубые квадраты, мы думаем, что эти объекты превалируют на картинке.
И опять же, представьте, что это реальные данные, что это данные вашей компании. Если они расположены в такой последовательности, вы просто можете неправильно их истолковать. И просто потому, что в силу того, как работает наш мозг, мы пытаемся найти определенные паттерны, которые даже могут в реальности не существовать. Это очень важный момент, который нам нужно избежать в процессе того, когда мы уже не создаем непосредственно визуализации. Но опять же, хорошие новости заключаются в том, что наш мозг, органы чувств способны на много удивительных вещей. Давайте рассмотрим несколько примеров, которые позволяют нашему мозгу так хорошо влиять на визуализации, которые мы создаем. И в 1973 году известные британские статистики Фрэнсис Аскоп создали специальные наборы чисел, с помощью которого они хотели показать, насколько важна визуализация данных все-таки перед самим анализом данных посредством их статистических значений. И на слайде изображен этот квартет. Мы с вами видим четыре группы чисел А, Б, С и Д. И можете ли вы заметить какую-либо последовательность в этих числах? И невероятно сложно увидеть вообще что-либо значимое в этих наборах. И опять же, все, что беспокоило группу ученых, это то, что люди всегда пытались сделать какой-либо статистический анализ тогда, когда они видят эти числа. Вот, и что интересно, что набор этих чисел имеет достаточно интересные статистические качества. И если посчитать, для каждой группы эти наборы чисел имеют одни и те же значения. Но что же будет, если построить графики для каждой из этих групп? Вот, например, мы сейчас с вами видим на экране, как будет выглядеть визуализация данных группы A. Давайте посмотрим также на группу B, C и D. Вот, и мы сразу заметим отличия в считанные секунды намного быстрее, если бы мы просто старались проводить какой-либо численный анализ, смотря на таблицу. И Анском пытался доказать, что визуализация позволяет нам заметить разницу намного быстрее, чем простой математический анализ. И это было в 1973 году. Но что же изменилось в наше настоящее время? Как изменились исследования 2017 года? И, например, это исследование, сделанное Джастин Матешко и Джордж Фицмауриц. И оно называется достаточно смешно, как источник данных REX. И я думаю, что уже многие из вас догадались, почему, потому что видели уже динозавры на экране. И ученые пытались найти данные, которые похожи на первоначальные исследования Анскопа и которые имеют определенные статистические значения и так далее. Но если вы просто посмотрите на эти числа, вы опять же ничего не заметите. Но как только вы начинаете строить график, вы сразу понимаете, что эти данные имеют определенную форму. Ну, в данном случае они имеют форму тирекса. И другими словами, если перед вами была бы просто обычная численная таблица, вы бы просто не смогли бы увидеть динозавра. И в итоге статистики решили создать источники данных, которые имеют такие же статистические значения, как источник данных с динозавром. Но опять же построили их на графике. Вот, ну и вот что получилось. Несмотря на то, что значения одинаковые, то есть все статистические значения этих источников данных, они приведены к одному и тому же значению, эти данные имеют совершенно разный вид при визуализации. И в итоге этого исследования появляются своеобразные выводы. Получается, первоначальное исследование Анскопа, оно уже применяется к более широкому спектру данных. В настоящее время все считают, что машинное обучение, искусственный интеллект позволит нам добиться более точного анализа. Но что нам показывает это исследование, это то, что неправильно выбранный алгоритм, неправильный именно подход к анализу данных может привести, опять же, к неточности результата, как мы уже с вами убедились на предыдущих источниках данных. И в итоге исследования 1973 года и 2017 года доказывают, что человек и наша когнитивная система являются неотъемлемой частью процесса. Вот, и давайте применим эту концепцию уже к реальным данным, которые более приближены к данным, которые мы обычно встречаем на рабочем месте.
И сейчас я вам покажу таблицу. Я бы хотела, чтобы вы попытались обозначить для себя, какое наибольшее значение вы видите и видите ли вы какой-либо тренд. Вот, когда мы смотрим на подобного рода данные, мы наверняка захотим задать какой-то бизнес-вопрос. То есть мы здесь видим категории, мы видим кварталы, мы видим какие-то временные значения, ну и, соответственно, продажи. И так же, как в реальной жизни, я предполагаю, что у всех вас и всех участников вебинара есть определенные бизнес-вопросы, на которые вы хотели бы получить ответ. Итак, какое наибольшее значение в этой таблице? Можете ли вы это заметить? Но опять же, я думаю, что это займет определенное время, но вы точно сможете его найти. Вот опять же, вы также сможете понять, какая категория является, предположим, наименее прибыльной. Вот, но все это займет определенное время. Вот, и что интересно, что это стандартные бизнес-вопросы, но сможете ли вы найти на них ответы в кратчайшее время? Вот. И на самом деле, мне кажется, что в такой таблице, да, мы все сможем ответить на эти вопросы, потребуется какое-то время, но если уже говорить про какие-то реальные данные, то это будет намного сложнее. Но тогда, когда мы видим визуализацию тех же самых данных, мы сразу видим ответы наглядно. Мы видим, что наибольшие продажи принадлежат категории технологии, а также в 2015 году во всех категориях увеличились продажи. То есть мы сразу видим определенный тренд. Давайте разберемся с вами, почему это происходит. В этом примере задействована еще одна важная психологическая концепция. Она называется chunking, от английского слова «разделение». Если мы вернемся к таблице и посмотрим на числа, то легко заметить, что запомнить мы можем всего несколько чисел. В нашей краткосрочной памяти в среднем мы можем держать до 5 значений. То есть в данном случае это примерно одна строка. Но с помощью чанкинга мы можем запомнить целую строку чисел за короткое время. И график внизу позволяет нам задействовать лучше нашу краткосрочную память, так как каждая линия она представляет собой определенную строку чисел. Вот, в итоге визуализация данных позволяет нам запомнить большее количество информации, но и опять же делать какие-то выводы уже наглядно. Ну и как только мы с вами разобрались, почему мы визуализируем данные, мы также сможем дать определение тому самому термину визуализации данных. Вот, и в настоящее время существует несколько определений визуализации данных, вот, но Энди Кирк в своем блоге visualizingdata.com считает, что визуализация данных – это представление и презентация данных, которые используют наши возможности визуального восприятия для того, чтобы расширить нашу познавательную способность. И мы только что с вами разобрали, как когнитивная система влияет на ваше восприятие и как наши органы чувств помогают нам в анализе данных. Вот, ну и теперь давайте разберемся, как можно применить эти значения к самим данным. Я сейчас вам покажу таблицу, и я хочу попросить, чтобы вы посчитали, сколько чисел 9 вы видите в этой таблице. Вот, посмотрите внимание на вот эту таблицу. И это несложный вопрос. И опять же, каждый из вас может посчитать и понять, сколько чисел девяток мы видим на этой таблице. Вот, ну давайте я сделаю одно изменение и посмотрим на ту же самую таблицу, но немножечко по-другому. Вот сразу скажу, что количество девяток 13, чтобы никто не тратил время и не считал. Вот, но смысл в том, что все, что я сделала, это я просто изменила цвет. И теперь девятки намного легче заметить среди всех других значений. Вот, ну и опять же, цвет помогает нам сразу обозначить те значения, которые мы ищем. Я также могу добавить еще одно изменение и представить данные в виде столбчатой диаграммы. И теперь вы с легкостью можете увидеть количество девяток и опять же сопоставить это с любыми другими значениями. Это дает нам понимание того, как различные репрезентации данных может улучшить и опять же ухудшить наше восприятие. Посередине я использовала цвет для того, чтобы обозначить нужные нам числа, а справа я использовала атрибут длины столбцов. Получается, что цвет это и длина – это специальные свойства под названием преатентивные атрибуты.
Вот и на этой картинке, которую мы с вами сейчас видим на слайде, представлены 12 самых основных атрибутов. Наш мозг замечает эти вещи перед тем, как проявляет какую-либо сознательную реакцию. Вы видите, что этот столбик длиннее, вы видите, что тот столбик шире, предположим, этот круг больше. Вы также видите эти вещи до того, как наш мозг сознательно смотрит на этот слайд. Вот, то есть мы сразу можем понимать, например, что длина обозначает длину даже перед тем, как мы прочитаем заголовок. Вот, и эти атрибуты – это основа всех визуализаций, которые вы можете построить в табло. Вот, но это также не означает, что эти преатентивные атрибуты самые эффективные. Давайте проведем с вами короткий опрос. Вот, я задам вам несколько вопросов, и вы постараетесь на них мысленно ответить. Потом я вам покажу результаты ответов на эти вопросы, и вы постараетесь сопоставить свои ответы уже с результатами, которые я вам покажу. На экране вы видите две визуализации – столбчатую диаграмму и так называемый bubble chart. Вопрос, на который мы хотим получить ответ, это какое значение имеют буквы D и H? Если мы посмотрим на значение A, мы видим 150. Но опять же, если от этого отталкиваться, то какое значение имеет D? И справа мы видим круги, основываясь на значении F, мы опять же хотим понять, какое значение имеет H. Вот, и давайте перейдем к результатам. Я надеюсь, что у всех получилось уже приблизительно прикинуть ответы на эти вопросы. Вот, когда мы проводили первый раз этот опросник, у нас было примерно 1400 ответов. И вот что вышло. Красная гистограмма показывает распределение ответов, которые были отправлены. И большинство людей ответили, что значение D находится примерно от 40 до 60. Давайте посмотрим на круги. Ответы разбросаны в пределах самых разных значений. И по факту большинство людей преуменьшило значение H, нежели чем ответило правильно. И смысл этого упражнения заключается в том, что даже если мы знаем, как работают преатентивные атрибуты, то есть в данном случае это размер и длина, мы все равно должны быть очень осторожны, опять же, и смотреть, как мы используем эти преатентивные атрибуты. Например, размер круга – это то, что мы сразу видим неосознанно, это то, что мы сразу замечаем. Но что мы не можем сделать с помощью такого типа визуализации, это опять же точно определить, как эти значения сопоставляются друг с другом. Опять же, со столбчатой диаграммой мы можем достаточно точно сопоставить эти значения, можем посмотреть на соотношение одного значения с другому. И получается, что когда мы визуализируем данные, и нам нужно понимать, насколько точные значения нам нужно видеть, и, соответственно, мы должны от этого отталкиваться при выборе этих преатентивных атрибутов. Но опять же, это совершенно не означает, что какой-либо тип визуализации должен быть запрещен, или опять же, какой-либо тип визуализации лучше для каких-то конкретных целей. Но самое главное в этой ситуации, вы должны понимать, что именно вы хотите получить посредством этого анализа, то есть какую цель вы преследуете, на какие вопросы вы хотите получить ответы. И давайте с вами разберем другой пример. Но опять же, не так давно был Хэллоуин, и в Европе он достаточно широко отмечается. И на экране представлены примеры из газеты «Экономист», который был опубликован в прошлом году. Эти данные представляют собой информацию об осуждении за колдовство Средневековья. И длина столбцов представляет собой количество людей, которые подверглись экзекуции по обвинению в колдовстве. Ну и, соответственно, весь этот статистический опрос, все это исследование проводилось в европейских странах. Ну а, соответственно, круги обозначают соотношение казни к общему числу населения. То есть чем больше круг, тем больше количество людей было казнено в соотношении с общей численностью населения. Ну и мы сразу можем заметить, что это соотношение является наибольшим почему-то в Швейцарии, что на самом деле было для меня немного неожиданно. Вот. Ну а также в этой стране произошло наибольшее количество казней. Вот. В предыдущем примере мы с вами убедились в том, что круги – это не самый лучший способ визуализации. Но почему же экономист тогда выбрал этот тип?
Они сделали это, исходя из достаточно логичной причины. Получается, что длина – это самый лучший способ представления количественных данных. То есть сейчас мы с вами используем длину для того, чтобы посмотреть количество сделанных экзекуций. И для соотношения они использовали круговую диаграмму, так как это не является главным фокусом статьи, и данные не должны отображать доскональные значения. Давайте попробуем сделать еще одно упражнение. Вот, и как вы думаете, сколько было экзекуций в Шотландии, зная, что в Швейцарии их было 9796? Вот, и давайте еще обратим с вами внимание на пропорциональное отношение к численности населения. Опять же, зная, что у нас в Швейцарии это соотношение было 980. Вот, постарайтесь просто прикинуть примерный ответ, и потом мы с вами разберем результаты. Ну, я надеюсь, что все мы были близки к правильному ответу. Вот, и в Шотландии их было 509. Вот, мы закончим обсуждение претензивных атрибутов на этом слайде. Вот, ну, давайте я вам покажу эту таблицу и график. Исследователи Кливленд и МакГилл совершили одни из фундаментальных исследований по теме претензивных атрибутов. В этих исследованиях они пытались установить, какие атрибуты имеют наибольшее влияние на оценку предварительных значений. Вот, но опять же, давайте перейдем к самому верхнему, верхней части этого графика. И наверху расположены претензивные атрибуты, и, как вы видите, они находятся на одной и той же позиции. И основываясь на этом исследовании, мы можем сделать вывод, что все виды графиков представляют собой точные результаты. Но тогда, когда мы прокрутим ниже информацию на этом графике, мы видим характеристики, которые ученые определили как, те характеристики, которые позволяют нам сделать только общие оценки. Соответственно, при использовании объема, площади, затемнения цветом, насыщенности и даже оттенка становится очень сложно получить точную оценку. Но это, например, нам дает возможность посмотреть на соотношение одного элемента с другим. Вот, но опять же, это совершенно не означает, что эти элементы не нужно применять. И если вам требуются точные сведения, мы можем использовать позицию, угол, мы можем использовать линию, но опять же, такие элементы, как цветовые значения, как насыщенность, они помогают нам наполнить вот эти основные типы визуализаций. Вот. Ну и стоит сразу отметить, что, например, такие элементы, как объем, не используются в качественных BI-инструментах, потому что они не могут просто в силу своих визуальных способностей показать точные данные и вообще принести какую-то ценность вашим анализам. Ну и давайте теперь применим все те концепции, которые мы с вами обсудили, к реальным данным. Мы с вами разобрали, что вообще такое претензивные атрибуты, и посмотрели на общие концепции, которые были сделаны различными исследователями. Ну и давайте попробуем посмотреть на реальные данные. Вот у меня есть данные из Стартрека, и в них присутствуют численные, порядковые и категориальные данные. И каждый тип данных может быть представлен определенным образом. Вот у меня есть определенный рейтинг эпизодов в моих данных. И каждый эпизод, он был взят из Star Trek «Новое поколение». Это номинальные данные, данные, которые обозначают такие вещи, как эпизод, тип космического корабля, компьютера и так далее. Вы не можете их проагрегировать или произвести какие-либо математические операции. Вот, то есть они представляют определенные предметы вокруг нас. И в этом случае я провизуализировала эпизоды, основываясь на их позиции. И в этом случае позиция не представляет какой-либо определенной аналитической ценности. Мы просто видим с вами сплошной текст и не можем сделать никакой-либо анализ. Вот, давайте посмотрим на те же самые данные немного по-другому. Вот сейчас мы с вами смотрим на ординальные данные. Эти данные тоже дискретные, но в этом случае номер сезона является ординальным значением и представляется на визуализации с помощью цвета. И мы также не можем проагрегировать эти данные, ну, опять же, не имеет смысла смотреть, например, средний номер сезона и так далее.
В этом случае мы видим название эпизода, а также номер сезона, к которому он принадлежит. Но что мы хотим увидеть, опять же, посредством нашего анализа? Это, конечно же, какой-то смысл в нашей визуализации. И поэтому я немного изменила тип визуализации. Сейчас мы видим bubble-диаграмму, где задействованы атрибуты цвета и позиции. Это достаточно неплохой способ представления количественной информации. Вот. Но если посмотреть на данные чуть-чуть по-другому, я попробовала их представить в численном виде. Эти данные мы теперь можем проагрегировать. В этом случае на оси Y у нас находится средний рейтинг, а на оси X у нас опять же находится номер эпизода, как мы все можем заметить. Вот, и прежде чем мы посмотрим на результат нашего анализа, давайте закрепим. Существуют категориальные данные, например, сама серия, вот, которая обозначается своей позицией. Но у нас также есть сезон, который тоже представлен в виде цвета и позиции. А также есть еще и количественные данные. Это в данном случае сам рейтинг, который также определяется позицией. Некоторые могут поспорить со мной и сказать, что рейтинг относится к кардинальным данным. Но для этого упражнения давайте обозначим рейтинг как все-таки численное значение. Вот, и на этой визуализации мы сразу можем найти ценную аналитическую информацию для нас. Например, вот этот эпизод, который обозначен зеленым кругом, вот он имеет достаточно низкий рейтинг. Но если мы посмотрим более детально, этот эпизод получил самый низкий рейтинг из-за того, что в день съемки этого эпизода сценаристы устроили забастовку. Ну и режиссеры решили не откладывать съемку этого эпизода. И, судя по тому, что было написано в интернете, они просто взяли и нарезали новую серию из тех эпизодов, которые уже были раньше. Ну, естественно, фанаты сериала посчитали это очень оскорбительным, вот, ну и в итоге этот эпизод стал самым худшим за всю историю Стартрека. Вот, и в данном случае эта визуализация нам показывает очень ценную аналитическую информацию и помогает нам определить так называемых аутлайеров посредством атрибутов цвета и положения. Вот, давайте посмотрим с вами на другой пример. Вот эта таблица показывает долю рынка ресторанов Domino's и Pizza Hut за практически последние 10 лет. Сейчас я бы хотела, чтобы вы подумали, какие преатентивные атрибуты вы бы использовали, если бы у вас была задача визуализировать именно такие данные. И на слайде представлен изначальный график, который был опубликован в Wall Street Journal, который анализировали именно вот эту информацию. Они перекодировали долю рынка и использовали атрибут длины. И в данном случае год обозначает позицию, соответственно, вот этих столбиков, которые мы отображаем на визуализации. Но опять же, считаете ли вы, что эта визуализация является самой оптимальной? Вот в этом случае цвет немного искажает восприятие, и также достаточно тяжело заметить тренд. Вот, но давайте подумаем, сможем ли мы с вами найти какие-либо другие способы того, как мы можем посмотреть на эту визуализацию. Вот. Ну, мы также можем использовать точки, например, как вы видите на слайде вот эти маркеры. Мы можем с вами также задействовать позицию и длину столбиков, которые соединяют эти точки, и посмотреть на взаимоотношения между Pizza Hut и Domino's. И вместо того, чтобы отображать сами значения, мы используем преатентивные атрибуты в виде расстояния между вот этими маркерами. Вот, но мы также можем представить эти данные в виде столбика внутри столбика. Это достаточно распространенный тип визуализации, особенно в табло, тогда, когда человек хочет посмотреть на взаимоотношения одного элемента с другим. Вот. И в этом случае Domino's и Pizza Hut занимают одно и то же положение на оси X, то есть мы приводим всех игроков нашей визуализации к общему знаменателю. Вот. Ну и мы также можем изменить цвет этой визуализации, чтобы сделать ее более понятной. Но мы также можем интерпретировать результаты неправильно в этом случае. Опять же, на первый взгляд кажется, что голубой столбик – это пропорция от значения серого столбика. И поэтому, если человек не знает, что обозначают данные, на которые мы смотрим на данный момент, может просто это интерпретировать неправильным образом.
Вот, также мы можем посмотреть на эти данные посредством просто простой линейной диаграммы. В этом случае мы используем позицию и угол для того, чтобы представить наши данные. Вот, и мы также можем закрасить центр этой линейной диаграммы, чтобы показать конвергенцию. Но некоторые подумают, что на визуализации может быть недостаточно данных. Вот, мы также с вами можем добавить данные про другие сети пиццерий. Вот, но и в данном случае оранжевая линия представляет собой сети, которые не входят ни в сеть Domino's, ни в сеть Pizza Hut. То есть это все другие сети, которые есть в Америке. И теперь нам доступен совершенно другой уровень информации. В то время как Domino's и Pizza Hut достигли примерно одной и той же доли рынка, другие сети явно их опережают. То есть, несмотря на изначальные какие-то инсайты, которые мы брали из нашего анализа, мы приходим к выводу, что все-таки Domino's и Pizza Hut, они не настолько популярные сети пиццерий. Вот, и опять же, если оно так и есть, мы сможем создать серую линию, которая группирует Domino's и Pizza Hut вместе и показывает, что эти сети имеют достаточно крупную долю на рынке и все равно являются лидером. Вот, и опять же, этот инсайт, он отличается от предыдущего вывода, который мы с вами сделали, исходя из предыдущей визуализации. Вот еще один пример, что если мы уберем все данные в центре и поставим только два года, 2007 и 2016, наш уровень анализа совершенно изменится. Если мы хотим посмотреть на то, что произошло за десятилетия, нам достаточно просто убрать ненужные данные и изобразить так называемую графику клона, которая использует атрибуты позиции, угла и наклона для репрезентации наших данных. Эта визуализация позволяет нам посмотреть на эту всю историю немножечко под другим углом. Изначально Pizza Hut была самой крупной сетью, но сейчас ее доля рынка снизилась, в то время как другие сети набирают оборот. И опять же то же самое, Domino's изначально был не лидирующим игроком на рынке, но в итоге доля рынка Domino's, она стала в итоге примерно такая же, как и у Pizza Hut. И каждая визуализация использует разные наборы преатентивных атрибутов и позволяет нам вообще посмотреть на эти данные совершенно под другим углом. И для нас, аналитиков, самая главная задача – это найти самый подходящий способ представления данных для того, чтобы ответить на наши бизнес-вопросы. Но опять же, как мы уже все поняли, ключевой элемент в этом – это именно наши бизнес-вопросы, то есть что мы хотим посмотреть. Вот, но опять же, проблема заключается в том, что, пытаясь подчеркнуть одни данные, мы можем скрыть другие. И в этой ситуации очень важно найти баланс между тем, что мы хотим подчеркнуть, что мы хотим как-то выставить вперед, что является самым важным, вот, ну и что, опять же, не так значимо на данный момент. И каждая визуализация, которую мы строим, это своеобразный компромисс, на который мы идем. Но сила табло заключается в том, что мы можем переключаться между различными типами визуализации и давать выбор конечному пользователю. То есть я уверена, что вы все уже работали с табло десктоп, вы делились своим анализом на табло сервере или табло онлайн, и вы знаете, как конечный пользователь может задавать свои вопросы, исходя из каких-то конкретных данных, и, например, использовать функцию WebEdit. Вот, и опять же, вы как создатель этого дашборда, в этом случае вам просто не нужно тратить силы на обдумывание, какой график подходит для каждого пользователя. Вы просто можете создать несколько визуализаций и дать свободу выбора уже конечному пользователю, либо как-то доработать эти визуализации, ну и опять же, либо создать какие-либо другие визуализации. Вот, но опять же, всегда присутствует несколько решений. И давайте с вами разберем еще один пример. Вот, и автор книги «Повествование данных нафиг» написал пост на своем блоге про столбчатые диаграммы. Эта диаграмма показывает достижение таргета за временной период, то есть достаточно стандартный бизнес-вопрос, который мы все преследуем. Например, красным цветом обозначены таргеты, которые были не выполнены компанией. Но опять же, так как вы видите, присутствует определенный возрастающий тренд. Но опять же, легко заметить, что 1/3 таргетов была упущена в конце третьего квартала.
Вот, но Стивен Фью, который тоже является автором другого блога, заявил, что этот график не самый лучший способ представления этих данных, потому что данные не имеют общей исходной линии. Если мы посмотрим на серый столбик, исходная линия меняется каждый квартал. И сложность заключается в том, что очень сложно определить, в каком квартале было выполнено больше таргетов. И в итоге этот человек создал линейную диаграмму, где все значения приведены к одной исходной линии. И мы сразу можем видеть, что количество невыполненных таргетов возрастает. Вот. Ну и опять же можем заметить, что количество выполненных таргетов в свою очередь убывает. Но если вступать в дискуссию о том, какой тип визуализации является самым лучшим, мы столкнемся с тем, что просто такого понятия не существует. Если мы посмотрим на первоначальную визуализацию, мы можем отметить, что целью компании является посмотреть количество невыполненных таргетов, и в этом случае данная визуализация работает отлично. Вот. Но еще один автор блога и книги Стив Векслер решил создать альтернативную визуализацию, которая совмещает в себе элементы двух предыдущих визуализаций. Вот, и опять же, общая исходная линия хорошо показывает нам, какие таргеты были выполнены, а сверху мы можем видеть, что происходит с выполненными и перевыполненными таргетами за наш отрезок времени. Но это, как всегда, будет включать в себя некий компромисс. Ваша работа как аналитика – это уже добиться понимания, какие потребности существуют у вашего бизнеса. И, соответственно, вы должны создавать визуализации, которые будут отвечать этим потребностям. Ну и давайте все сведем вместе и посмотрим на визуализацию, которая по праву считается лучшей с точки репрезентации данных. Вот, и кто-то из вас, может быть, уже видел эту визуализацию, и она была нарисована в 1869 году Чарлизом Минардом и показывает, как войска Наполеона без объявления войны переправились через реку Неман и вторглись в пределы России в 1812 году. Вот, и многие люди считают, что это самый лучший способ представления данных, сделанных когда-либо с точки зрения статистики. И давайте посмотрим на эту визуализацию и все-таки разберем, что же произошло. И мы видим, что Наполеон вторгся на территорию России в составе примерно 500 тысяч солдат в 1812 году. Ну и он начал двигаться по направлению к Москве. И ширина линии представляет собой количество солдат, которые у него осталось. Вот, и русские применили умную стратегию, и в итоге тогда, когда Наполеон приблизился к Москве, он уже потерял больше половины своей армии. И в итоге это заставило просто его сдаться. И Наполеон вернулся с армией в составе всего 10 тысяч солдат. И если посмотреть изначально на размер его армии, вот, это достаточно смешное число. И внизу вы также можете видеть, что Минард отобразил температуру, и каждая часть этой временной линии соотносится с тем, в какой части России находилась армия Наполеона. Вот эта визуализация по праву является потрясающей, потому что она одновременно показывает очень много ценных значений, такие как широта, долгота, количество, температура, временной интервал. Вот, но опять же, так же ли это? Вот Сет Годин, автор множества книг по маркетингу, сказал, что это одна из самых бесполезных визуализаций, созданная когда-либо. Но я на самом деле с ним не согласна, потому что он просто не понимает настоящий смысл этой визуализации. Используя предыдущую визуализацию, я смогла вам рассказать краткое содержание вообще того, что произошло примерно за минуту. Ну и если я преследую цель того, чтобы сделать какой-либо пересказ краткого содержания, чтобы рассказать именно историю, та визуализация, она является просто прекрасным вариантом. Вот, но опять же, на контрасте, если я хочу подчеркнуть какую-то статистику в презентации PowerPoint, пожалуй, предыдущая визуализация – это не самый лучший способ. И в этом сценарии я бы просто могла изобразить такую простую круговую диаграмму и сказать, что мы победили французов в 1812 году, 98% солдат Наполеона умерли. Вот, то есть просто простая информация в одном предложении.
Эти данные обозначают одну и ту же историю, но совершенно на другом уровне детальности. И поэтому каждый раз, когда вы визуализируете данные, очень важно понимать, что хочет видеть ваш конечный пользователь. Ну и давайте перейдем с вами к заключению и постараемся прорезюмировать то, что мы с вами сегодня прошли. Первое. Вы как аналитик должны понимать, что нужно вашей аудитории. Преатентивные атрибуты – это некий строительный материал, который мы используем для каждой визуализации. Вот, но не все атрибуты сопоставимы друг с другом. И опять же, не все атрибуты являются равными по значению. И мы в этом с вами убедились, посмотрев на настоящие данные StartTrack, а также разобрались, как то, как визуализации влияют именно на сам процесс этого анализа. Ну, если мы вспомним, например, анализ сети пиццерий, тогда, когда мы преследовали совершенно разную цель анализа, и визуализация, соответственно, менялась. Вот теперь у нас осталось немного времени, мы можем перейти к ответам на ваши вопросы. Мне коллеги сейчас озвучат наиболее часто задаваемые вопросы, и мы с вами можем уже более развернуто про это поговорить. Вот. Ну и напоследок хочется отметить, что у нас также есть вебинар, который является вторым вебинаром из серии «Секреты визуальной аналитики» и называется «В чем отличие Табло». Вот, и оно будет 18 декабря на следующей неделе, поэтому мы вас все ждем. Мне коллеги сказали, что пока нету никаких вопросов. Хочется обратить внимание, что если вы хотите задать мне какой-либо вопрос, пожалуйста, пишите его в окошко Q&A.